Находимся на Маршевом поле. Экспозиция 30 картин из жизни Петра Великого. Открылась ровно месяц назад к 350-летию императора и продлится ровно еще месяц до 9 августа. То есть мы ровно посредине этого времени. Отдельные павильоны разведены на самом поле. Они повторяют облик тех, что были построены 150 лет назад, к 200-летию Петра Великого. Из 30 исторических полотен сохранилось только 14. Это цифровая реставрация была. А в павильонах представлены их копии, напечатанные на холсте. 16 утраченных картин были воссозданы выпускниками и преподавателями Академии художеств Репина. Они созданы авторами в 21-22 годах. Это картины, посвященные жизни и свершениям Петра I, с аннотациями, подробной информацией и так далее. Вот общий план примерно вот так вот. Тянется от начала и до Миллионной улицы. То есть от конюшенной практически и вот до Миллионной.